Приветствую всех на канале Вика Пешвер «Вязание крючком и спицами». И сегодня мое вступительное видео в новый совместный проект «Охота на тигра». И не зря такая расцветка пряжи лежит перед вами. Начало проекта 20 августа, завершится он 20 октября. Авторы и организаторы этого проекта Наталья Хомякова, ее канал Наталья Хомякова «Вязан». Генеральный спонсор, который подарит подарки, интернет-магазин «Слонимская пряжа» в России, торговый дом «Петровский». Ссылку оставлю в инфобоксе, это группа ВКонтакте. В этом проекте можно использовать пряжу цвета тигрового окраса. Это черный, это все оттенки рыжего, оранжевого, возможен желтый цвет. Я планирую повязать маленьких тигрят. Вот такие будут у них ручки, ножки, тельца, голова здесь еще. Ну, в общем, я начала. Мне нужно сделать таких тигрят около 30. И если будут дополнительно у них заказы, то еще больше. Поэтому планы огроменные. Если вы захотите присоединиться, то не обязательно вязать тигров. Можно вязать, допустим, юбки, платья, что-то еще, какую-то одежду, но в расцветке именно такой, тигровой. Ну и увидимся в следующем видео. Надеюсь, меня было слышно. Всем хорошего настроения. Забыла сказать об отчетах. Отчеты здесь можно отправлять раз в неделю и раз в две недели. Я буду делать отчеты раз в две недели, так как участвую в нескольких совместных проектах. Не забудьте подписаться, ставьте колокольчики, вы первыми увидите мои новые видеоотчеты. Всем пока-пока!